Начало отопительного сезона в области стало масштабной проблемой. Сегодня в региональном правительстве начала работать горячая линия, призванная собрать жалобы на качество отопления или его отсутствие. Звонки принимают специалисты Управления защиты населения. О нарушениях теплоснабжения можно сообщать по телефону 760203. Тем временем принимать жалобы от мерзнущих кировчан начал и лично Никита Белых. Сегодня утром в социальных сетях губернатор опубликовал обращение к жителям города. Остались ли еще дома, не подключенные к отоплению, поинтересовался Никита Юрьевич, напомнив, что крайний срок, когда тепло должно было появиться во всех домах, пятница, 4 октября. Правда, пока предложение оформить жалобу в режиме онлайн популярностью не пользуется. Проблемных адресов на сайте не наберется даже десятка. Руководство Кировской теплоснабжающей компании тем временем отчиталось. Тепло подано во все жилые дома и социальные объекты. Ради такого итога, рассказали в пресс-службе организации, рабочим пришлось трудиться круглосуточно в течение недели. А если тепла где-то по-прежнему нет, в КТК советуют кировчанам обращаться в свои управляющие компании.